Трагические события в Кемерове для многих стали поводом задуматься о правилах безопасности. В стране объявлен траур, в сети одни призывают к бойкотированию торговых центров, другие записываются на курсы по оказанию первой медицинской помощи, обучению действиям в экстремальных ситуациях. По поручению Генеральной прокуратуры в регионах проходят массовые проверки. И прежде всего эксперты пожарной охраны обследуют наиболее масштабные объекты. Одним из первых значится Северное Нагорное, один из крупнейших в области развлекательных центров. Все соответствует нормам. То есть перекатка, видно, что недавно перекатывались рукава, видно, что то есть по нормам они должны быть подключены. Центр «Северное Нагорное» в Мурманске – один из самых современных комплексов, который к тому же строился в две очереди. Еще на этапе проектирования инженеры сделали ставку на довольно продвинутую систему пожарной безопасности, которая без проблем прошла согласование в надзорных органах. Что же касается запасных выходов и заблокированных дверей, то их контролирует автоматика. В случае задымления магнитные замки должны открыться. Граждане с активной позицией, они сообщают информацию, что в том или ином заведении, то есть нарушаются требования в части того, что двери закрыты. Я хочу подчеркнуть, что двери не всегда закрыты и не всегда это нарушение в силу того, что еще есть там антитеррористическое законодательство, которое предусматривает о закрытии этих дверей. То есть мы здесь идем на некий компромисс, да? То есть и двери должны быть закрыты, и с другой стороны и наши требования должны быть соблюдены. Пожар в Кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» начался в зоне развлечений, поэтому контролеры прежде всего идут на площадку, где в выходные дни играют сотни детей. Здесь также предусмотрен запасной выход, рядом с которым установлена кнопка пожарной сигнализации. Кроме этого, двери имеют особую конструкцию. Даже если будет задымление, ничего видно не будет. Человек даже вот просто навалившись на него, он откроет его. Больше ничего не нужно. За время работы торгово-развлекательного центра контролирующие органы ни разу не обнаружили серьезных нарушений, способных повлиять на безопасность посетителей.